Что? У меня с этим плохо, Борис. С враньем. Ты когда-нибудь общался с шахтерами? Нет. Мой совет – говори правду. Они работают в темноте, они видят все. Андрей Глухов, начальник смены. Это помогает? В какой-то степени. Конечно. Так что за работа? Надо установить охладитель на жидком азоте под эту бетонную подушку. Из здания туда никак не подобраться, так что придется идти из-под земли. А что над подушкой? Активная зона ядерного реактора, которая расплавляется. Что, типа... Примерно так. Эта байда свалится на нас? Нет, но у вас 6 недель. Размеры? Котлован здесь. Туннель 150 метров сюда, вырыть место 30 на 30 метров под охладитель. А поскольку колебания земли надо свести к минимуму, тяжелая техника под запретом. Придется копать руками. Мне нужно больше людей. 400 минимум. Будем работать сутками. А туннель глубоко? 6 метров? 12. 12? Зачем? Ради безопасности. На такой глубине до вас не дойдет большая часть радиации. А вход в туннель не будет на 12 метрах? Нет. И мы сейчас явно не под землей. Нет. Вы правы. У нас есть техника на месте. Еще подвезут к полуночи. Начнете утром. Нет. Начнем сейчас. Ребята тут и секунды лишней сидеть не будут. Если бы работало, вы бы их носили. Они все такие. Все такие.